1995 году пришел я на ЛПК. Пришел я контролером на выпуске транспортных средств, поскольку это было мое образование, моя специальность. Закончил я институт в 1992 году. Иркутский политехнический, настоящий еще советский вуз. Придя на ЛПК, устроился на работу, вот, как я сказал, контролером. После этого уже пошла моя и жизнь, и карьера связана непосредственно с этим предприятием. Вот в этом году будет 25 лет, как я здесь работаю. Прошел разные ипостаси, был механиком, был начальником участка, начальником колонны, был начальником производственно-диспетчерского отдела, то есть логистикой занимался. Был замом по производству на нашей бирже сырья, тогда у нас еще были раскрежевочные линии, большие объемы производства, хлыстовая заготовка. И вот с 2009 года я по факту работаю уже в этом подразделении, где я сейчас исполняю должность директора по транспорту и занимаюсь практически всеми транспортными работами, которые у нас в филиале существуют. Вывоз колеса, вспомогательный весь транспорт, еще сейчас флот присоединился, поэтому каждый год что-то меняется, что-то добавляется. У меня желания уйти не было. Вы знаете, видимо, в семье у меня как-то так же сложилось, что и отец, и мать мои, они всю жизнь практически на одном месте проработали. Но я как-то привык и считаю, что где родился, там и пригодился. И если у тебя все получается, и окружающий считает, что у тебя все получается, зачем что-то менять? Развиваться, да. Ну, нельзя забывать, что какой бы там ни был золотой директор, да, команда важна, которая есть у него, силы это тоже там, потому что если специалисты все на своих местах, те люди, которые по своим зонам ответственности четко выполняют свою работу, ну, соответственно, что и руководителю гораздо легче, и надеюсь, что моему руководителю и легче с такими людьми, как вот и у меня, и в других дирекциях ребята работают, им, наверное, проще, руководителю проще решать те задачи, которые ему ставит руководство. Ну, спасибо своей команде, я хочу сказать, за то, что она надежна, за то, что можно поручить самую, на первый взгляд, невыполнимую задачу, и она будет выполнена. Это моя жизнь, это жизнь моей семьи, это то предприятие, где я состоялся.